Привет, мальчишки и девчонки. Села уже в поезд. Еду уже из Мюнхена в Зальцбург. Возвращаюсь. Буду возвращаться в Будапешт. Через Австрию. Все, я уже в дороге. Поездка была прекраснейшая. Вот уже приехал в Кимзее. Город на озере Кимзее тут находится. И потом буду дальше на Зальцбург. Уже отъехал уже. Это Германия. Проехали прием Кимзее же. Дальше уже. Такой он городишко. Правда, уже темно, все же. Практически уже и не видно ничего. Сейчас мы подъехали к станции, уже до станции Тезендорф, Германия. Пока стоим. Уже скоро уже будет Зальцбург. Зальцбург находится в 5 километрах от немецкой границы. Так что уже почти Германию проехал. Все, едем дальше. Что там следующая, какая станция? Показывает имя. И все. Все, уже поезд пересек на немецко-австрийскую границу. Уже еду по Австрии сейчас. Австрия как раз. И уже подъезжаем к вокзалу Зальцбурга. Все, уже прощай, Германия. Привет, Австрия.